Детский сад в городе Гагра по улице Абазга не работает с советских времен. Это было большое дошкольное учреждение из 8 групп. Спустя много лет здесь впервые идет капитальный ремонт. Одна часть бывшего цельного детского садика, сохраненная за государством, ведутся ремонтные работы, как вы видите. Капитальный ремонт данного детского садика, также капитальное строительство пристройки. С левой стороны от меня здесь пристройка кухонного зала и актового зала для детей, которые пойдут в этот детский сад. Мы планируем здесь открывать 4 группы при остром дефиците мест в дошкольное образовательное учреждение. Это большое событие для жителей нашего города. 4 группы – это от 80 до 100 детей. Работы ведутся за счет средств Гагарского районного бюджета. Сметная стоимость – 58 миллионов рублей. Всего в Гагарском районе функционирует 6 детских садов. Мест, конечно, не хватает. Открытие нового детского сада поможет разгрузить остальные дошкольные учреждения. Мы планируем в целях оптимизации, практически через дорогу здесь функционирует садик Мрамза, данный ремонтируемый объект станет филиалом садика Мрамза. Пожарная безопасность, камеры, видеонаблюдение. Садик строится в соответствии с нормами госстандарта. Так выглядит проект. По нормам госстандарта, которые происходят, система видеонаблюдения и система пожарной охранной сигнализации. Будет система оповещения и управления эвакуациями, автоматического управления. Все будет здесь установлено. Детсад примет малышей уже в конце текущего года. Гугуца Вардани, Саида Гухава, Абхазское телевидение.